Круто. Ну что, будем в следующий раз... Аджай, это Амида. Я знаю, что Забал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. Ты новичок, а Забал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Посмотри на вещи шире. Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деблером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы чего подготовиться. Чего там написано? Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, не... Ты чё, я Рэмбо, знаешь, какой? Ой. Так, а почему флаг не наш не повесился, как в, третьей части? Вот тут? Так, а не понимаю, а где места нет, мне пишут. Так, скоро будет бумажник почти полон. Ну, кстати говоря, сейчас мы будем изготавливать его, наверное. Это у нас размер, так, это не то, вот, во. Ой-ё. Так, размер, можно носить сумму до 250, так это мы знаем. Можно носить следующее улучшение. Шкура нахуй. По-моему, так почитается. Так, ну что? Нам нужно идти. Так, а что такое? Вот. Так, нам нужно идти. Давайте-ка, знаете... Аджай! Что? Ничего, просто связь проверяю. Так, замочили, жалко заложник. Или, ай, не заложник. Но все равно, я имею в виду протек. Так, куда нам идти? Так, 400 метров, почти полкилометра. Ух ты, ой, это еще что такое было? Да ёп! А, ну да, высоковато, что-то я считал. Подождите, так, и вот у нас тут ничего нету, давайте... Тогда... Ага, карты. И у нас здесь не проложен путь. Так что едем... А, в принципе, здесь можно... Так, подожди, а нахура? Где вот это, да? Нахура. Давайте тогда... Как отметить? Во, круто. Мне это нравится. Это здорово. Ой. Пути к точке маршрута. Шикарно, что могу сказать. Надеюсь, ты по пути прям едешь. Да, да, все правильно. Так, а кто-то мне там запалил сначала. Ой, как бы его не сбить. Объезжает, да, по-моему? Блин, ребята, ну что это за лаги? Почему? О, нет! Не бойся, нормально вожу. Так, стоп. Почему? Почему лаги? По какой причине? По какой причине лаги? А, вот, все, подождите. Так. Да ёп, ребят, ну чё такое, подожди, стоп. Чё это такое, подожди. Сейчас патч, походу, надо попробовать. Ну там... Блях ты, муха, чё за лаги? У меня процессор вообще там просто отдыхает. Я не понимаю, это игра какая-то. Я вам отвечаю, вот у меня здесь написан диспетчер. Это... Процессор смотрит за нагрузкой. Вот я смотрю, он вообще, ну... Ладно, если бы на 100% был загружен. Ну, мне кажется, что... Бляха, муха, подождите. Ну, в чем причина, ребятки? Стоп. Так, друзья, я, кажется, понял, в чем причина. У меня, блин, ну, как бы, да, может быть, и есть лаги, но, блях ты, муха. В общем, у меня обновление какое-то Windows, а у меня начинаются жесткие лаги, когда вот как раз-таки это самое обновление. Ну, то есть, причина, оказывается, в этом. Ну, то есть, если бы было без этого обновления, все было бы просто шикарно.
Шикар. Ну вот видите, да, жесткие лаги. Сейчас, походу, придется прерваться нам немного. Потому что, ну это не дело. Ну, во-первых, да, у меня есть патч, но я почитал по поводу этого патча. Там есть какие-то проблемки. Ну, типа там игра, может, не сохраняется. Или... Ой, не сохраняется, как-то вылетает. Так, а как найти? А, возьмем диких животных. Приманка. Как зверька-то найти? Как вы думаете? Что нам нужно сделать, чтобы его найти? Так, ну я достиг, но... Ой. Орел. Смотрим. Нету. Как я его найду, зверя этого? Вон. Там еще один, да? Не. А, вот, а кто это? Птица какая-то. Так, ну что, как его достать? Из лука? Не, лука у нас нет. Может, гранаты? Как вы думаете? Конечно, гранаты круче, но там еще я даже вижу далеко. Хотел встать, кстати говоря. Офигеть. А, это, подождите, это олени какие-то. Точно они? Ну-ка, надо проверить. Да, они так и выглядят. Подожди, стоп. Нет, это олени. А нам нужно эти нахуры. Нахуры. Олени нам нафига нужны? Можно до 60 носить. И сколько там их надо? Одну еще. Место, что ли, это ничего не показывает. Так, а как тогда нам нахуй это найти? Знать бы, с какого выстрела они гасятся. Эти зверьки. Типа, отлично замочить сейчас. О, шикарно. Даже башку ему прям засадил. Давай. Собирай, сейчас будем улучшать. Так, во, изготовить. До 60 предметов. Шкура кабана. Круто, подсказки еще такие хорошие. Вот, теперь нам нужно прерваться, наверное. Блин, скоты я не хочу. Я надеюсь, все сохранится, если я еще вырублю игру. Так, а вот этой нахуй у нас-то и нет как раз. Скотина, как же ты меня бесишь. Слушайте. Долбанное обновление. Всегда оно не вовремя, через жопу. Блин, реально, вот я играю, оно фигак высветится там, типа, обновление, там, Windows или что там. И оно реально тормозит, как-то сжирает процессы, да. Ну, есть, наверное, вы знаете о такой фишке. Так, Steam. Я не про... магазин, да, я не про то, что подумал, я про троянскую программу. То есть вы нажимаете правую кнопку, если вы замечаете, что у вас реально тормоза, просто по пустякам, какая-то там слабая игра тормозит, то это по причине как раз таки... Так, это внизу, наверное, где-то ящики, да, здесь нету. Вот. Тут по причине троянской программы, которая пишется с маленькой буквы, то есть steam.exe. У меня была такая проблема, я не обращал внимания, она сжирает очень много системных ресурсов, точнее, ресурсов с компьютером. То есть, вы можете нажать правой кнопкой мыши на панель. Панель задач, что ли, которая внизу, я забыл, как она называется. Вот, там диспетчер задач, потом... Куда нам нужно-то? Да, да, значит, направо сейчас. Вот, диспетчер задач. И там, по-моему, быстродействие. Нажмете монитор ресурсов. Там в ЦП. Написано ЦП. Вы там гляньте, что нагружает ваш компьютер, процессор. Какие системные... Орел. Так, а вот этого...
долбой нахуй, у нас нахуй нету. Ну ладно, наверное, редкая зверушка. Ну ладно, я просто не заметил. А, блин, этих оленей, я даже не хотел за ними ехать, но зато у нас теперь в рюкзаке целых 60 ячеек, представляете? Так, в машинах я не ездил. Ладно, сейчас надо... надо прерваться.